Добрались до студии. Студия называется Beautiful Life. Здесь мы впервые. Наша фотосессия идет на всю. Поставили вот такой постоянный свет. Христос воскрес! Воистину воскрес! Давай. Готовы? Да. Всем привет! Это наш новый влог. Семья Хомченко. Подписывайтесь на канал. Сейчас у нас тут в квартире разруха, потому что у нас сегодня важный день. Сегодня мы собираемся на фотосессию. Семья уже готовится. Смотрите, тут какой ягненочек стоит. Вот он, ягненок. Скажи всем привет! Так, одеваем ягненочка и собираемся на фотосессию. Ну что? Готовы? Степан, мы готовы? Готовы. Вот мы и добрались до студии. Студия называется Beautiful Life. Здесь мы впервые. Мы выбрали вот такой белый зал. Анастасия уже готовится. Достает всякие атрибуты. Степушка, он тоже нашел. Покажи, что нашел. Ну, детская посуда, да? Нравится? Книжки уже посмотрел? Хорошенькие. Одну нашел? Так, ну пойду папа посмотрю, что тут есть. Тут есть вот такая зона здесь есть. Назовем ее кухонная зона. Вот здесь мы сейчас будем сниматься. Сегодня у нас очень солнечно. Вот так ярко за окном. Такие... Индустриальная зона такая. Да? Ее можно переворачивать, крутить. Нет, там кремовая. Не белая, а кремовая. Прикольно тоже. Да, тоже пойдет. Что, давай все переодеваешь? Переодевайся, раздевайся. Степушка, он уже что-то готовить там начал, да? Что готовишь? Шоколад. Так. Нам сначала надо сфотографироваться, потом уже делать. Атрибуты уже на все готовятся. Вот такие замечательные конфетки. Яички к Пасхе. Потом Анастасия сделает влог, покажет, как она делала эти яички. Опа! Бинда! Оп! Здравствуйте! Так, камера уже готова. Все уже приготовлено. Так, мы уже готовы. Отлично. Если что, здесь есть вот такой свет. Ну, сегодня у нас вроде бы светло, не знаю, сейчас посмотрим, будем им пользоваться или нет. Обычно мы постоянно пользуемся постоянным светом. Еще мы сегодня записываем клип на супер песню, супер крутую. Скоро вы его увидите. Я потерял память, чтобы придумать заново нашу любовь. Помнишь, как было, а надо ли нашу историю переложить на биты? Это не амнезия, сон в преддверии весны. Вот такой тут интерьер. Есть кружечки. Даже вытяжку сделали. Водичка в кране тоже есть. Вот такой есть стильная турка. Ну и мы тут свою тоже беленькую посудку принесли. Наша фотосессия идет на всю. Поставили вот такой постоянный свет, чтобы осветить вот этих прыгунцов. А то что-то мне показалось, что не очень хороший день. Ну давайте дальше. Может, это просто снимаем? Так, фотосессия идет везде, на все устройства. И на телефоны, и на камеры. Сдвинулись в другую фотозону уже. Фотографируем Степочка. Степ, смотри на папу. Так я и смотрю. Глазки бегают туда-сюда. И последний.
Степ, вот сюда. Вот такой фотоаппаратик еще нашли. Степа, смотри жилочку. Так, ну что, фотосессия закончилась. Уже отправляемся домой. Сейчас за нами приедет уже такси. И мы поедем. Чё стоим? А чё, за нами никого нету. А где Степан? Ну, вниз уже ушёл. Чё скажешь? Ну, нам, как обычно, не хватило. Нам уже по 2 часа не хватает. А я тебе говорил, что нам 2 часа уже надо вообще весь день брать. Вот. В общем, сейчас здесь появятся фотографии. Аккуратненько. Что у нас получилось? Как обычно, подписываемся, ставим лайки, нажимаем. Пишем комментарии, но это еще не все, я думаю. Дальше у нас встречаем Пасху, празднуем. Наступило субботнее утро, и мы будем сегодня красить яички, да? А завтра что будем? Стукаться ими. Степка ждет, не дождется. Что ж, приступим. У нас тут вот такая краска уже разведенная. 3 цвета. Решили покрасить в 3 цвета. И есть вот такие наклейки для яичек. Это чтобы они были с рисунком, да? Где же яичко? Так, ну у нас, в общем, пока ничего не получается. Вот эти трафареты, которые должны делать красивый след, они отклеиваются в процессе, да? Когда их погружаешь, они просто там отклеиваются, и яйцо получается не без рисунка. Ну что, друзья, полная ерунда у нас получилась с яичками. Наклейки эти плохо делают след. И получаются, в общем, вот такие пятна. Вот смотрите, у меня что с руками уже. Сейчас покажу самое красивое у нас получилось. Это вот это. Ну, а остальные вот такие все пятнистые на желтом. Вообще не видно. Сейчас все красиво уложим, курич мы не стряпаем, мы его покупаем, да, и все разложим, и будем ждать завтра уже праздник. Еще хотели сходить завтра, должны пускать в церковь, звенеть в колокол, но не знаем, будет завтра такое мероприятие в нашей церкви или нет, помнишь? Ну, вот такие яички у нас получились, куличик и украшения, вот эти мы сделали со Степой, заек. И веточки. Ну и вот наступило пасхальное утро. Садимся кушать. Ну что, наша семья хочет поздравить вас со светлым праздником Пасхи. Христос воскрес! Воистину воскрес! И пожелать вам уюта и взаимопонимания в вашей семье. Так, давай. Бей. Так ты не попил. Силы, со всей силы. Чё? Папа опять. Гей! Так, мама, бей. У меня немножко трясло. Давай другой стороной бей. Со всей силы. О, Стёпка победила в этот раз. Меня не чувствуешь? Ну все. И вот я думала, вот это порежется, это как обычно не режется. Давай чистить ее. Наверное.
наши пасхальные приключения продолжаются. Сегодня мы еще отправляемся в церковь. Будем отдавать хвалу светлому празднику Пасхи, будем звонить в колокола. Но если у нас получится. Говорят, что вроде можно. Так, подходим к нашему храму. Храму Сергия Радонежского. Он как раз находится в нашем районе. А нам куда нужно идти? Вот здесь же. Тут все закрыто. Поднимаемся на колокольню. Аккуратненько. О, вот тут прям очень тесный лаз. Бум. Папа. Да не бойся. Чуть не. Папа-то пролезет у нас. Папа своим весом продавил. Пролез. Да, тут нужно аккуратненько. Так, вот мы и добрались. Добрались до верха. Вот такой у нас тут открывается вид. Вон там наше окошко. Да. Отсюда мы еще вид не видели, да, Стёп? Давай, мама, звени. Поснимаешь меня? Нет. Нет. Громко. Они все по-разному. Да. Давай сейчас сфотографирую. Так, давай, папа будет во все колокола. Так. Давай. Готовы? Да. Ну что, мы залезли, колокола позвонили, теперь самое главное слезть. Как вы видели, спуск нас ожидает серьезный. Так, теперь мы отправляемся на Новособорную площадь. Анастасия? Не на Новособорную. Ой, мы собираемся на набережную и посетим Богоявленский теперь собор, а может быть еще и на... В Октябрьском взводе сходим. Вознесенский, наверное. Да, 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 да. Все покажем, конечно же. Ну а пока Христос воскрес. Ну что, мы почти на месте. Мы вышли на остановке ЦУМ и идем к Богоявленскому собору. Что расскажешь? Да, сегодня очень хорошо, сегодня тепло. Стёпушка, аккуратно, мальчики едут. На... Лягушка тоже с нами, да, Стёп? Да, для вас прошла ровно секунда, но наша мама уже преобразилась. Выглядит она уже по-другому. У нее новый лук. Вот что значит выйти гулять с мужем. Это значит, сразу же получить новый лук. Так, повернули уже, дошли до Богоявленского собора. Вы можете слышать, что звонят колокола. Сейчас мы пойдем
звонить в колокола. Да? Оп. Все, заходим. Давайте я вас сфотографирую здесь. Или потом с той стороны пойдем сфотографируемся. А можно сейчас сфотографироваться? Давайте, вставайте. А что, нам туда же сразу? Как хотите, можно туда зайти. Нет, пойдем. Пойдем еще. А я тебе говорил, нужно идти в другом пальто. Мы продолжаем наш рейд по храмам. И следующий храм на Воскресенской горе. Воскресенский называется? Ну да, я не знаю, это храм или это церковь. Сейчас мы посмотрим. Мне кажется, храм. Да, наверное, храм. Или собор? Нет, точно не собор. Собор у нас один только, да? Ну, собор, он, я не знаю, в чем разница вообще между ними. Собор, он, мне кажется, такой большой должен быть. Сейчас Богоявленский был. Там несколько залов. Вот. Заходим на одну из самых исторических улиц города Томска. Mm-hmm. Улица Бакунина. Которая как раз-таки выведет нас к следующему храму. У нас сегодня прям влог по историческому району Томска. Тут, кстати, есть католический костел, но у них уже Пасха прошла. Поэтому тут мы праздничных мероприятий не увидим сейчас. Каждый раз, когда мы идем по улице Бакунина, сразу же навевают мысли о том, что оказались как будто бы 100 лет назад. Если только вот эти машины убрать и поставить кареты, то здесь можно смело снимать исторический фильм о Томске. Время идет, ничего не меняется на этой улице. Как думаешь, это хорошо или плохо, что на этой улице ничего не меняется? Да, я даже не знаю, но такие улицы должны оставаться, мне кажется, в каждом городе, чтобы приобщать людей к истории. Я не знаю, для людей хорошо это или плохо, которые здесь живут. Ну да, нам хорошо пройти, да, по улице, да, посмотреть. А вот как жить в доме, где нету туалета и отопления, ну, это уже другой вопрос. Ну здесь вообще-то дома такие прям, ну, нету старых сильно. То есть они за ними ухаживают. Вот такой молодой человек там сидит. Но зато у нас сегодня какая насыщенная прогулка. Пойдем. Да, пойдем что-то. А какой у нас насыщенный выпуск?
и фотосессия, и прогулка. Надеюсь, что вам интересно, и вы поднажали подписаться, поставили лайк, поставили колокольчик. Ну, в общем, все как обычно. Смотрите, какую мы штуку нашли. Домик в Томске. А что, все заколотили? Ну да, он раньше открывался. Так, подошли к еще одному храму. Вон туда сейчас я буду подниматься. Посмотрю, можно ли там позвонить в колокол. Степан с Анастасией в этот храм подниматься не будут. Степан слишком боится громких звуков. Если в нашей церкви он еще позвенел, ну или перетерпел, то в Богоявленском соборе даже у меня было, сильно заболели перепонки. Степан туда пойдет. Большой. А вот он, наш томский царь колокол. Говорят, что если он будет звонить, то его звон будет слышно в ближайших деревнях. Вот и подошел к концу наш пасхальный день. Мы прошлись по трем храмам и хотим уже с вами попрощаться. Вот такой у нас получился пасхальный выпуск. Все по традиции. Ставите лайк, нажимаете подписка, нажимаете колокольчик. Впереди, как обычно, вас ждет много интересного. Пока-пока! Пока. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас появятся QR-коды наших социальных сетей. Если вы хотите поддержать канал «Семья Хомченко», вот QR-код нашего Сбербанка. Будем рады вам!